Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Человек-труженик, человек-созидатель – вот главный герой Первомая. Несмотря на различия во взглядах, политических настроениях, в отношении жизни, мы все равно одна страна, и наша задача – созидать ее доброй и процветающей, так же, как и наш край. Желаю вам в эти весенние праздничные дни мира, добра и согласия в ваших семьях и коллективах. С праздником! Во-первых, хорошей погоды. Во-вторых, всех жителей с праздником, с днем труда, как еще? Весны, труда. И всего хорошей погоды. Хорошей погоды и здоровья крепкого всем. Поздравляю город с 1 мая, а также ветеранов с 9 мая. Что-то пожелать хотите? Ну, желаю крепкого здоровья, счастья, удачи. Наш любимый город с праздником, Северодвинский. Наших ветеранов, многоуважаемых, тоже также с праздником. Что еще особенное, может, пожелать хотите? Всем здоровья и успехов в личной жизни. Желаю всем счастья, здоровья. Поздравляю с 1 мая, чтобы ветераны у нас все были всегда здоровья особенного. Много-много-много. И всем людям с 1 мая. Северодвинск, с 1 мая. Всех поздравляю. Всем счастья, здоровья. Поздравляю всех жителей города Северодвинска с одним праздником. Сейчас, конечно, это, как говорится, как раньше называли, труд мир май. Но это, в общем-то, актуально. Но, тем не менее, погода не имеет значения никакого. Я поздравляю всех вас.